пропустил и пошел. Провалил соперника. Да, да. Корпусом. О, а здесь достался Джаман. Завелся. Ты посмотри. Начало поединка, и мы видим, как... Ой, как Паша. Опасен в первом раунде. Я только... Паша, ты много поймал. Ой, вот сейчас кто-то на линии атаки. Сейчас... Ой, хорошо, попал. Прям поплыл Мансур. Я думаю, что это нокаут. Точно вставил Андрей Огарь по прозвищу Блэк свой удар. Ну и, друзья, уверен, что еще увидим мы яркие поединки. И второй этаж довольно-таки активен. Сейчас доносит свои удары Киевский Дьявол. Парень, 18 лет, друзья. Какой активный. Ты посмотри, как работает по корпусу сейчас Киевский Дьявол. Я думаю, Саят отлично попадает сейчас. Да, через руку. Киевский Дьявол. Идет вперед Саят, идет вперед. Работал через руку. Начинает работать. Да, просил. Но работает через корпус. Работает через корпус, ушел. Пошел вперед. Занимает центр, пытается пробить Киевскому Дьяволу на эту игру, потому что это провалится сильно. Сейчас очень хорош был в атаке. Саят проваливал, прихватил хоккейном ключ и как насыпал апперкотом. Хорош, хороший был прихват. Представитель из Караганды. Очень размах. Пропустил и пошел. Провалил соперника. Провалил. Пошел, да. С учетом его антропометрии. Ох, сейчас пропускает на встречу сейчас. Киевский Дьявол, Саят. Пытается добить. Ноль из клинча пытается насыпать. Ой, мне уже просто, это уже, знаешь, какое-то одностороннее избиение от Саята. И да, я думаю, здесь нужно останавливать. Да, все правильно делает дядя Саша. Концентрирован. Да. О, мороз. Выжидает. Хочет взорваться. Видишь, взорвался. Посмотри, пружинка просто. Мороза. Мороза не активирует. Посмотри, я думаю, даже бойцы заряжены на то, чтобы на один удар. Видишь, снова работает. Сбито. Будет тяжело дальше работать. Здесь нужно взорваться. Сейчас пока уходит. Уходит мороз и филигранно так уходит. Да, да. Корпусом. А здесь достал, настиг. Настиг. Достал. Через настиг ледяной. Достал. И первый нокдаун у нас. 3, 4, 5, 6. Слушай, сейчас Морозу нужно реабилитироваться после предыдущего 9, поражения. 10. И все. Все. Что да, вот. Джаман работает тоже на опережение, но... И хорошо, но есть преимущество через... в Венеру. Пошел в атаку, Ля. Активно пошел. Обменивается ударами сейчас. Завелся, Джаман, завелся, ты посмотри. Ох, как отбивал корпус сейчас, и это первый нокдаун уже. У нас не прошло и минуты, не прошло уже. Сначала поединка, и мы видим, как приходит себя сейчас Александр. И да, это конец боя. Какой быстрый, какая... поединков этого сезона. И как Паша... Ой-ой-ой! Ты знаешь, я только... Саня, конечно! Особо опасен в первом раунде. Я только... Ой-ой-ой! Еще туда же левый боковой запускает. Саня просто... Нереальный зверь. Я только хотел перед этим сказать, что если... Как точность, даже не сильный удар, а решает. Сколько нокдаунов было именно точных. Ох, как сильно. Вот. И очень правильно работает, заступает за перенога. Вот сейчас напрямую, серии прямых ударов зашел. Да. Хватил Андрей атаку. И сейчас... Ой, вот сейчас в той же манере продолжает Андрей. Промахивается Мансур с дальней руки, сразу Андрей подхватывает. Мансур виснет. И Огарь прям пытается вырвать победу. Положение.
не остается на линии атаки. Вот сейчас. Вот ой, хорошо попал. Прям поплыл Мансур. Я думаю, что это нокаут. Все, да. Это нокаут. Это нокаут. Точно вставил Андрей Огарь по прозвищу Блэк свой удар. Ну и, друзья, уверен, что еще увидим мы яркие поединки от Огаря Андрея. Интересный парень, перспективный. Обернуться до здоровья. Ну и пришел в себя Мансур Рустам. Надеемся, он как можно скорее восстановится. Да, но не советуем сразу начинать тренировки, как зачастую бывает. Так вот ребята пытаются реваншироваться, и после этого все.